Всем привет, меня зовут Алексей Зверев, я пилот команды RM Sport и помимо этого еще инженер-конструктор компании «Русская механика». Сегодня мы приехали на гонку «Золото Кагана», в гонке мы участвуем второй раз, едем мы на квадроцикле RM800, подготовленный для ралли-рейдов, вынесены приборы и доп. Оборудование, в основном все. В гонках я принимаю участие с 2008 года на снегоходах, квадроциклах, именно в ралли-рейдах участвуем с 2017 года. В таких гонках, как Canamix Race, Золото Кагана второй раз, уже второй этап. А какое впечатление о гонке Золото Кагана по опыту прошлых лет? Ну, скажу, Золото Кагана, наверное, самая сложная гонка, самая длительная, изнуряет и тебя, и технику. Море эмоций по ней. Каждый год ее ждем и хотим в ней поучаствовать. А какая ее особенность? Особенность, наверное, скажу, что большой дистанции без помощи механиков и ремонта. Всего один сервис, когда ты кратко что-то успеваешь сделать с техникой и ехать дальше. Ну и, конечно, это очень классный рельеф, пески. Больше такого, наверное, я нигде не встречал. А вы только что завернулись с тестов. Какое впечатление от трассы вот после тестового заезда? И чем она отличается от трассы, которая была в прошлом году? Вернулись с тестов. Отличается она тем, что трасса короткая, всего 10 километров. Мало песка, больше такие дороги укатанные. Вот, наверное, такое главное отличие. А погодные условия? Погодные условия? Да, когда едешь, не особо заметно. Ну, не так жарко, как в том году. Пить не сильно хочется. Вот. Такое. Какие цели и задачи ставите на эту гонку? Ну, конечно, цель всегда выиграть. Наверное, любой спортсмен этого хочет. Ну, второстепенная задача – финишировать. Это тоже любой на ралли вам скажет. Главное здесь финиш. Так как вы и работаете в компании «Русская механика», насколько важно еще протестировать возможности техники в этой гонке? Ну, это наша неотъемлемая задача. Мы вносим улучшения в технику и в дальнейшем внедряем ее на серийное производство. То есть то, что мы выбрали для себя, и наши инженеры проанализировали и сказали, да, это нужно для обычного потребителя, мы это берем и внедряем. И тем самым улучшаем нашу технику, постоянно ее совершенствуя. А насколько сложно быть и техником, и гонщиком? Или это наоборот, это помогает друг другу. То есть я проехал, как спортсмен понял, чего мне не хватает, как инженер это разработал, изготовил, установил, и уже как бы мне не надо кому-то объяснять, я сам понимаю, что мне нужно сделать и доработать. Наверное, это только преимущество.